В настоящий момент выполняем работы по окраске пролетных строений и опор моста, ведем укладку инженерных коммуникаций, асфальтобетонного покрытия и монтаж перильного ограждения и обтекателя. Монтаж обтекателей, окраска пролетных строений, опор, устройство инженерных коммуникаций. Все это завершающий этап строительства нового автомобильного моста через Зею. Его основой стали 26 опор и вантовая конструкция. Сейчас на объекте одновременно трудятся до 2000 специалистов и 250 спецмашин. Подрядчик опережает графики, даже несмотря на то, что стратегически важная не только для Благовещенска, но и для всего региона стройка простояла полгода. Паводок 2021 года – это основная, наверное, проблема, которую нам пришлось преодолеть. Остановка стройки составила 6 месяцев. В процессе прохождения паводка мы пересмотрели технические решения, пересмотрели графики, увеличили количество специалистов на объекте и техники, соответственно. Это все нам позволило нагнать упущенное. Каждый объект – это определенные сложности, которые приходится преодолевать в процессе строительства. Команда проектировщиков, заказчика и непосредственно подрядчика с этими задачами справляется. Работы по возведению нового Зейского моста стартовали в июне 2020-го. Общая протяженность объекта – 10,2 километра, мостовая часть – 1933 метра. Дорога будет двухполосная, пропускная способность перехода составит 14 тысяч автомобилей в сутки. Этот мост действительно долгожданный, обсуждался многие годы. По поручению президента было выделено финансирование опережающими темпами. Нам очень повезло с подрядчиком, компанией «Бамтоннельстроймост». С опережением на год этот объект будет введен. Рассчитываем, что он в сентябре будет введен в эксплуатацию и полностью снимет все проблемы со старым мостом через реку Зея. Подрядчик также оборудует подъездные пути к мосту. Их протяженность около 7 километров. Для обустройства использовали больше 3 миллионов кубометров пескогрунта. Сегодня дорога готова на 67%. Кристина Слепцова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город».